В Красноярске уничтожили четверть тонны просроченного лосося и семги. Рыбу из Дании и Норвегии обнаружили во время проверки на одном из правобережных оптовых рынков. Опасная продукция была вывезена на полигон твердых бытовых отходов в Емельяновском районе. В транспортной прокуратуре также сообщили о способе утилизации рыбы. Ее поместили в биотермическую яму, где биологические отходы очень быстро разлагаются. Напомню, что на прошлой неделе было уничтожено более 200 килограммов санкционного сыра из Польши, Нидерландов и Германии. Все эти мероприятия проходят в рамках выполнения указа президента об уничтожении продовольственной продукции стран Евросоюза. Проверки Красноярской транспортной прокуратуры проводятся в исполнении задания Западно-Сибирской транспортной прокуратуры с привлечением специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Проверка осуществляется сплошным методом. То есть фактически выезжаются и обследуются рынки оптовые в первую очередь, которые по информации занимаются продажей рыбной продукции, а также сыров.